На место скамейку поставьте, пожалуйста. Ну, потому что вы сперли скамейку, вот откровенно из двора вы сперли скамейку. Большая разница, вы это сделали? Накануне в Екатеринбурге на вторчермете четверо перезрелых в юношей, лет 20 каждый, сперли уличную скамейку в чужом дворе и пытались перетащить свой, но их остановила храбрая женщина с мобилой в руке. Судя по закадровым репликам, это была молодая мама с ребенком. К слову, парковая лавочка с бетонным основанием и наклонной спинкой нелегка на подъем, по самым скромным прикидам, больше 200 кг. Автор видео с натуры пожелала остаться неизвестной и не указала точное место скамеечной кражи. А жаль, хотя, судя по комментам в соцсетях, такое могло произойти где угодно. Женщина пригрозила лавочным тоскунам полицейскими, но те, огрызаясь, скрылись в кустах в соседнем дворе. Так что судьба общественной скамейки осталась неизвестной. Можно предположить, конечно, что сыскались добрые молодцы, что вернули лавочку на место. А если нет?